Капитальный ремонт зданий Мирнинской ЦРБ и роддома начнут в следующем году. Глава республики посетил взрослую поликлинику и обсудил срочные вопросы с сотрудниками учреждения. Недавно дал поручение правительству с следующего года опять рассмотреть вопросы и уже ускоренно выдавать средства на реконструкцию больницы. Нужен ремонт поликлиники взрослой, нужен ремонт роддома. Руководство больницы предоставило первоначальный вариант дизайн-проекта. Капитальные ремонты продлятся до 2030 года.